Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников. Август Леопольд Эк. Викторианский художник, известный своим триптихом «Прошлое и настоящее», написанным в 1858 году, на котором изображен распад викторианской семьи среднего класса. Август Эк родился 2 мая 1816 года в семье Иосифа и Энн Эк. Был крещен в церкви Сент-Джеймс в Лондоне 30 мая 1816 года. У него был старший брат Джордж Хин Эк. Его отец Иосиф Эк был богатым оружейником из известной семьи производителей пушек, который эмигрировал в Лондон из Эльзаса. Эк получил образование в школе Королевской академии, начав учиться с 1836 года. Был членом клики, это группа художников, основанная Ричардом Дадом и другими в конце 1830-х годов. Эк стремился сочетать популярность с моральной и социальной активностью в соответствии с литературными произведениями своего друга Чарльза Диккенса. Вместе с Диккенсом создал гильдию литературы и искусства. Это благотворительная организация, предназначенная для обеспечения социальных выплат художникам и писателям. Я цитирую Википедию. Сыграл главную роль в пьесе Эдварда Бульвер Липтона, чтобы собрать средства для организации. Ранние картины Эга, как правило, были иллюстрациями литературных сюжетов. Он считал себя последователем Хогарта. Его картины часто содержат юмористический взгляд на объект. Как его картине «Королева Елизавета» обнаруживает, что она уже не молода, написано в 1848 году. Эк также был активным организатором многочисленных выставок и служил предметом восхищения товарищей художников за его преданность делу и справедливые взгляды. Так написано в переводной Википедии. Избран в Королевскую академию художеств в 1860 году. Эк восхищался и произведением прерафаэлитов. Он купил работу молодого Уильяма Холмана Ханта и разрабатывал вместе с ним общие идеи о теории цвета. Провел последние годы своей жизни в теплом климате континентальной Европы, где он пишет картину «Путешествующие компаньонки», весьма неоднозначное изображение двух почти идентичных молодых женщин, которые иногда интерпретировалось критиками как попытка представить две стороны одного и того же человека. Умер в возрасте 46 лет в Алжире 26 марта 1863 года. Вот так вот кратко о викторианском художнике, известном своим триптихом «Прошлое и настоящее», на котором изображен распад викторианской семьи среднего класса. Август Леопольд Эк. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Посмотрим работу.